Важную роль сельское хозяйство региона играло и в годы Великой Отечественной войны. Вспомним страницы истории. Далее рубрика «Все для победы». Город Тюмень, 17 февраля 1945 года. Из доклада на первой Тюменской областной партийной конференции. Из урожая 1944 года государству сдано хлеба 9 миллионов 335 тысяч пудов, картофеля 1 миллион 800 тысяч пудов, овощей 226 тысяч 798 пудов, мясо 892 тысячи 456 пудов. Государству сдано высокосортные пушнины на 13 миллионов рублей. Изготовлено 14 миллионов 498 тысяч банок рыбных консервов.